Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас вновь приветствовать на своем канале. Всех еще раз поздравляю с Рождеством Христовым. И, конечно же, хочу пригласить вас на завтрашний свой стрим. Ну, вы уже поняли это из названия видеоролика. Вот, потому что, хоть я и устал за эти дни, очень устал, сильно натрудил голосовые связки, вот, но уже соскучился по общению с вами, поэтому хочу завтра, значит, по киевскому времени, это будет 17.00, провести стрим. Поиграю 100%, петь не знаю, как получится. Вот, я вот, видите, наверное, уже слышите эхо здесь, готовлю это помещение для утренника. Видите, вот. Я сейчас в край помещения отойду. То есть убраны все столы. Вот, видите, о, все, зал готов для деток. Вот, другую сторону. Потому что в четверг у нас будет 10 утра, будет утренний большой для детей. С загадками, конкурсами, хороводами, подарками, призами, рождественской лотереей, видите. Вот. Так что только скамейки по кругу стоят. Вот. Ну, сделаю коротенькие, конечно, видеозаписи там, потом склею кучу и покажу вам этот ролик с нашего праздника. Ну, а завтра приглашаю вас пообщаться. Киев 17.00, Москва на час вперед, значит 18.00. Ну, а Красноярск, Казахстан уже сами там ребята посчитают. Все, всем пока, до завтра.